Я вошел в кабину, сел, кресло подогнал, пристегнул ремень, накалил гарнитуру. Вот опять передо мной торчит штурвал, и сидит инструктор мой, какой хмурый дают добро. И я без лишних слов рулю его, мой самолет на старте. К полету я морально не готов, ну да ладно, бог с ним, контроль пока. А инструктор до сих пор слова не сказал, смотрит так и все молчит, что это с ним творится. Плавно-плавно на себя я беру штурвал, ничего, сейчас он у меня разговорится. А самолет, как очень вредный бык, все норовит то вверх, то вниз, то в бок. Ну, наконец-то, вот он первый втык, за то, что скорость выдержать не смог. Я потом еще чего-то сделать позабыл, а инструктор оживился, веселее стал. Он мне столько всяких разных слов наговорил, о которых раньше я и не подозревал. Он говорил про это и про то, и даже чью-то маму вспоминал, и все не мог понять, но кто же кто меня к нему на голову послал. Дальше больше из меня пот течет рекой, и уже не слышно, что в эфире говорят. Так тоже мог подумать, что болтливый он такой. Напросился я вот теперь сам не родной, его уж не остановить и громкость не убавить, вот беда. Я думаю о том, как до земли дожить, сейчас все остальное ерунда. Слава Богу, наконец-то завершен полет. А меня хоть выжимай, до того я мокрый, а инструктор мой охрип, больше не орет. А он, когда молчит, всегда такой родной и добрый. Шатаясь из кабины выхожу, прости меня, инструктор дорогой, я отдохну, в салоне посижу, пускай тебя послушает другой. Спасибо. 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 Спасибо.